Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 38. Упражнение номер 66. Прочитайте падежные вопросы и слова. Обратите внимание на краткое обозначение названий падежей. Именительный падеж – кто что. Родительный падеж – кого чего. Дательный падеж – кому чему. Винительный падеж – кого что. Творительный падеж – кем чем. Предложенный падеж – о ком о чем. Лиса, трава, стол, журавль, гнездо. На какие вопросы будут отвечать при изменении по падежам данные имена существительные? Существительное «лиса», «журавль» будет отвечать на вопросы «кто», «кого», «кому», «кого», «кем», «о ком». Существительное «трава», «стол», «гнездо» будут отвечать на вопросы «что», «чего», «чему», «что», «чем», «о чем». Измените по падежам, просклоняйте одно из них. Просклоняем первое имя существительное «лиса». Именительный падеж «кто», «что», «лиса». Родительный падеж «нет кого», «лисы». Дательный падеж «рад кому», «лисе». Винительный падеж «вижу кого», «лису». Творительный падеж «доволен кем», «лисой». Предложенный падеж «думаю о ком», «о лисе». Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.